Поднимать тела утонувших на Ямальской ледовой переправе местные спасатели не будут. Об этом сообщил замначальника Салехардского поисково-спасательного отряда Андрей Кашин. Он пояснил, что глубина реки в районе затопления грузовика с людьми превышает 20 метров. В таких условиях для погружения водолазам необходима барокамера, которой в распоряжении ямальских спасателей нет. Отсутствует необходимое оборудование и у коллег из Сургута. По словам Андрея Кашина, единственная надежда поднять со дна реки тела погибших для родственников – это обратиться к предприятиям, которые занимаются прокладкой трубопроводов под водой. Правда, за эти услуги придется заплатить. Напомню, трагедия на ледовой переправе через Обь произошла 22 февраля. Под лед ушел грузовик с двумя жителями Тюмени, которые работали на Ямале. По словам родственницы одного из погибших Сергея Тымкива, Светланы Лукиной, работодатель «Специнвестстрой» на звонки не отвечает. Так что родные начали самостоятельно собирать средства на проведение глубинных работ. Реквизиты размещены на наших официальных страницах ВКонтакте, в Одноклассниках и на Фейсбуке.